пилоте. Слегка поверните руль. Типа я здесь. Вот поворот как закладывает. Можем скорость увеличивать здесь колесиком. Так, там знак 40 и камеры. Чуть скинем. Ну там спереди Шкода тормозит. Сейчас Тесла тоже будет тормозить. Нет. Так, ставим 48. Камера на 40. Долго едет, кстати, без участия водителя. Вот только сейчас опять слегка поверните руль. Чуть-чуть вот так делаем. Мало, вот так. А там КамАЗ. Мы доверяемся полностью автопилоту. Когда немножко поездишь, привыкаешь, и уже становится, ну, вообще нормально. Первые разы, конечно, было стрёмно, чтобы она чего-нибудь не выкинула.